С 2020 года льготы физическим лицам предоставляют в беззаявительном режиме. Если человек сам не обратился с заявлением, то налоговая предоставит льготу на основании сведений, которые есть в инспекции в соответствии с федеральными законами. Некоторые категории граждан имеют право на льготы по налогу на имущество. Категории граждан, которые имеют право на льготы по налогу на имущество физических лиц, прописаны в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Основными категориями граждан являются пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, военнослужащие, ветераны боевых действий. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – квартиру, комнату, жилой дом или гараж. А если у человека есть две квартиры, то льгота распространится на тот объект, где исчисление налога произойдет с максимальной суммой. Основная льгота по земельному налогу – это налоговый вычет в размере 0,06 на один земельный участок. Пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, инвалиды первой, второй группы, физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Льгота предоставляется в отношении одного земельного участка с исчисленной максимальной суммой налога. Пенсионеры и инвалиды также имеют право на льготу по транспортному налогу. Это 50% на один легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. А 100% льготу предоставят родителям ребенка-инвалида, многодетным семьям, участникам Великой Отечественной войны. За подробной информацией о льготах обращайтесь по телефону налоговой службы 3-48-37. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.